Беженцы – это те, которые из одного города переезжают в другой. Это те, которые бегут в другие края или там на войне, когда бегут. Это те люди, которые боятся войны. Это люди, которые бегают. Это те, которые убегают в другие страны. Например, когда на войне стреляют, и они убегают в другие страны. Это я. Меня зовут Лейла. Я люблю рисовать. А это мои папа и мама. Вот мой пес Рик. У нас был красивый дом. Нам жилось счастливо и радостно. Недалеко от дома весело журчала горная речка. Но потом что-то случилось. Прилетели самолеты и разрушили наш дом. Потом пришли солдаты. Они убили нашего пса Рика и увели куда-то моего папу. А мы с мамой убежали в лес. Нам было очень страшно. Мама вместе с нашими соседями увела меня в другую страну. Потом был какой-то лагерь, но не как в школе. Еду делили на всех и жили в палатках. А через некоторое время мы обрели свою новую родину. Нас приютила синеокая Беларусь. У нас опять есть свой дом. Часто во сне я вижу своего папу и верю, что он найдет нас и вернется. Вот такая моя история, ваша Лейла.